Самое большое несчастье для радиоведущего – это когда твои эфиры никому не нужны. И я желаю, чтобы ни один радиоведущий на этой планете никогда не испытал этого. Но счастье – это, конечно, когда ты выходишь в эфир и понимаешь, что тебя ждали, ждут и будут ждать завтра. Несмотря на то, что я записываю это видео из Соединенных Штатов Америки, это действительно так, конечно, я бы хотела работать в России. Для наших людей, которые говорят на нашем языке, которые понимают наш юмор, которые выросли с нами на одних фильмах, книгах и событиях. Только в России. Мне кажется, что те, кто работают на радио, сами постоянно создают какие-то реформы, и кто, если не мы? Ну, платить бы надо побольше. Хотелось бы, конечно, иметь возможность молниеносно получать комментарии на любую тему от самых интересных людей этого мира. Но и тут, я думаю, все зависит только от нас. И все возможно, особенно сейчас, с Днем Радио, с друзьями.